чтобы сказать, кто ты, пока я не подорвал взрывчатку под столом, и вся эта халупа не разлетелась на кусачки! Боже! Вряд ли. 5 секунд. Джейсон Броди. Братом? Да. Так ты Белоснежка? Да, или нет? Какой ответ меня взорвет? Прагматик. Обнадеживает. Но считаешь ли ты себя патриотом, Броди? Видишь ли, настоящий патриот не тот, кто отдает салют флагу, держа в руке хот-дог перед матчем. Это, простите, лажа полнейшая. Настоящий патриот вскормлен леди свободой. Узнав о гибели брата на войне, настоящий патриот спросит, мы победили? И возрадуется вести о победе. Ты настоящий патриот? Или один из тех хиппи, что распускает нюни, когда в магазине кончились носовые платки? Настоящий патриот. Точку. То, что я хотел услышать. Кстати, у вас и твой друг Оливер Карсвилл, а я подбираю Чкиту Рэмзи. Зачем вы их ищете? Моя работа знать все об этом острове. Я могу тебе помочь, но не просто так. Я разыскиваю кое-что. Услуга за услугу. Окей. Джейсон. Кто ты? Шпион? Не скажу ни да, ни нет. Ладно, шучу. Я работаю на Лэнгли, агент Уиллис Хантли. Мне нужно отправить весточку домой. Не выйдет. Я на нелегальном положении, прямого контакта с управлением нет. Значит, ты тут один? Нет, ты шутишь? У меня группа. Они в поле, но скоро вернутся. Снимки, которые они прислали, навели конкретный шорох. Всего сказать не могу, но, поверь, дело крупное. Ну, круто. Но мне нужно больше данных от источников. Фламенверфер! Огнемет. Эту красоту изобрели во Фрицленде. Хойт Фолкер. Босс твоего доброго друга Васа. Еще он заправляет крупнейшей шайкой работорговцев в южной части Тихого океана. И к тому же выращивает наркоту. Если поджечь его поля и лодку, он живо примчится на остров. Я получу, что мне нужно, и мы узнаем кое-что о твоих друзьях. Капишь? Нет, итальянские приколы получаются только у итальянцев. Как сусальное золото. Понимаешь, да? В общем, держи ствол. Ух ты. Спасибо. Приятно слышать. И не забудь про лодку. Да, понял. Я тебе доверяю насчет Хойта. Испробуй огнемет. Спасибо. Охуеть, как круто! Not the place, turn up the place and make them all have fun. How we have blazed the fire, make it fun. Дофига травы. We must up the place, turn up the place and make some sound. Why run? And we will end the week with some fun. We must up the place, turn up the place and make them all have fun. Skrillex have blazed the fire, make it fun. We must up the place, turn up the place and make some sound. Why run? And we will end the week just like a Sunday. Одно есть. Осталось 3. Круто!
Это уже третье! Как же офигенно! Четвертое пошло. Номер отжег на совесть. Одно есть. Все, пора валить.